В Комитете по делам религии Таджикистана заявили, что отныне неправительственные религиозные деятели будут привлекаться к административной ответственности за проведение обряда исламского бракосочетания Никяха. Заместитель председателя Комитета по делам религии Джумахон Гиосов заявил на пресс-конференции 10 января, Имам Хатыбам поручено совершать никяхи только при наличии документов из ЗАГСа. Те имам Хатыбы, которые нарушили это поручение и заключили никях мужчины со второй или третьей женой, уже сняты с должности. Также он добавил, что только имам Хатыбы мечети имеют право совершать религиозный обряд по заключению брака – никях. Примечательно, что до недавнего времени подобный контроль за совершением бракосочетаний не существовал, и молодожены могли пригласить любого религиозного деятеля для заключения никяха.